Сегодня весь мир отмечает День радио. В России по официальным данным насчитывается более 700 радиостанций, но среди них совсем немного студенческих. В Алтайском крае такое радио впервые появилось пять лет назад. Несмотря на юный возраст, его можно назвать настоящей кузницей кадров. О том, как стало возможным и чем живет студенческая интернет-радиостанция «Планета Радио», спросим у ее руководителя Игоря Скрягина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как появилась идея создания студенческого радио? Ну, идея витала давно, с 2005 годов, наверное. Периодически студенты приходили и предлагали создать что-нибудь, но все это было трудоемко с точки зрения того, что нужно было тянуть провода по корпусам, развешивать динамики или подключаться к динамикам существующим, каким-то пожарным или каким-то. Ну, а в один момент, когда технологии пришли, в нашу жизнь современный и интернет стал достаточно быстрым тогда это стало возможным база у нас уже тогда существовала я имею в виду у нас уже была студия и были задумки идеи нам осталось только их реализовать вот э, так скажем на волнах интернет-радиостанции какие темы вы поднимаете вот кроме того что вы ориентированы на студенческую аудиторию чем отличаетесь от прочих ну мы конечно же стараемся быть настоящими то есть у нас есть тот минимум, который необходим для вещания на FM-волне. Естественно, у нас есть развлекательные программы, есть тематические, есть музыка, которая ориентирована как раз на нашу целевую аудиторию. Вот. Есть новости, новости вузов. То есть мы не зацикливаемся на университете, мы делаем новости вузов. Вот освещаем, наши корреспонденты работают и в университете медицинском, и в политехническом, в общем, везде по Алтайскому краю. Угу. Вот в этом наш большой плюс, мы можем отправлять студентов туда, куда они хотят идти, да. они выбирают, их много, и все стремятся стать корреспондентами. Они ходят по вузам. Угу общаются с такими, как они, и задают правильные вопросы, потому что они знают, о чем они говорят. Uh -huh. Интерактивы. Уделяете внимание живому общению со слушателями? Это наша фишка. Потому uh -huh. что студенты ходят вокруг нас, и, в принципе, наши слушатели и наши ведущие – это почти одно и то же. И поэтому для того, чтобы вступить в контакт с нашими слушателями, нам достаточно просто выйти в коридор. И на этом у нас основано очень много программ. Как раз на изучении мнения студентов, Отношение их к тому или иному вопросу, к тому или иному постановлению, законопроекту, веянию модному, и mm -hmm. так далее. Преподаватели как к этому радио относятся? Очень хорошо. Mm -hmm. Мы ориентированы и на преподавателей. То есть наша целевая аудитория это не только студенты, но и преподаватели. Mm -hmm. Поэтому мы как бы общаемся и с ними и стараемся, чтобы наш контент был интересен им. Сколько по времени вы вещаете обычно? Мы обычно вещаем 24 часа в сутки. Прям круглосуточно нас можно любой работаете, как настоящие радиожурналисты. Да, как настоящие радио, да. Так вот, как вы считаете, эта профессия среди молодежи сегодня востребована? Ведь мы знаем, что работы много и не всегда она хорошо оплачиваема. Если сравнивать с тем периодом, когда начинал я, это было в 90-х годах, то, конечно же, интерес упал, значительно упал. Да, потому что тогда, в принципе, не было интернета, и мы не так были напичканы тем контентом, который окружает нас везде mm -hmm. сейчас. Это интернет, там все что угодно всегда есть. Да? Конкуренция очень высокая. А тогда, появившись, FM-радио, оно привлекало просто сумасшедшее внимание. Потому что mm -hmm. народ устал от дикторов, mm -hmm. которые говорили правильно всегда. И, в принципе, не то, не о том, чем мы жили, вот и поэтому тогда это было здорово, это было модно, это было востребовано, и тогда вот мы были звездами, и все стремились на радио, приходили всегда, просились попробуйте меня, попробуйте меня. Сейчас нет, сейчас возможности есть, а желания не столько. То есть есть такие, которые хотят, а есть те, которые вот. Как бы не приемлют. Но вы как-то судьбу своих выпускников, так назовем, прослеживаете. Есть ли ребята, которые вот после обучения в УЗИ Конечно, посвятили себя радио? Да, на то, что вот несмотря на то, что мы как бы живем совсем немного как радиостанция, ну ребята устраиваются в профессии и многие приходят, рассказывают о том, что им пригодилось mm -hmm. и насколько. Работа на планете радио отличается от той работы, которую они получили сейчас. Конечно, безусловно, они устраиваются на работу по профессии. Ну, пять лет возраст, скажем так, еще достаточно юный, и планов наверняка впереди огромное количество. А вот из ближайших, быть может, какой-то формат хотите новый преподнести, какие-то ток-шоу, рубрики новые? Ну тут скорее, скорее вот за эти пять лет мы как раз вот встали на ноги а, и стали такими, да, какими как мы все, хотели, какими мы себя видели mm -hmm. в перспективе. То есть сейчас у нас все устаканилось, мы отработали свой формат, мы стали востребованными нашей целевой аудиторией. Единственное, вот нам как бы не хватает слушателей в самом университете. То есть нам бы хотелось густонаселенные точки нашего университета mm -hmm. озвучить. Вот к этому мы идем, но технически мы пока к этому не готовы. То есть пока чисто технические вопросы. Да, 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 да технические. Творческая вопросы. наполняемость вас в полной мере, устраивает. Да, да. Коль уже заговорили о будущем радио. Каким вы видите будущее радио в целом? Потому что говорят, что оно будет сочетать в себе и звук, и картинку, и анимацию. Ну, синтез вот угу, всего этого. Будет. Ну, я думаю, будущее радио оно уже наступило. Mm -hmm. И мы имеем удовольствие его наблюдать в интернете, поскольку, поскольку mm -hmm. э, все, ну весь контент уходит туда, то мы говорим только об этом, потому что по большому счету э, FM радиостанцию человек слушает э, раньше его еще слушали домохозяйки, а сейчас его слушают водители автомобилей. Конечно, водителей, то есть автомобилей стало больше, и за счет этого слушателя стало больше. По дороге на работу он включает радиоприемник, и по дороге домой. И, пожалуй, этим можно ограничиться. Больше FM-радио в таком объеме, как раньше, никто не слушает. Ну чего не хватает современному радио тогда? Да нет, ему хватает. Просто это уже... Оно заня заняло свою нишу, и в ней оно будет оставаться всю жизнь. То есть это автомобильное радио. Mm -hmm. Его будут слушать ровно столько, сколько едут на работу или на дачу. И больше слушать его не будут. Он это радио дает ровно столько, сколько вот необходимо человеку получить информации в течение, предположим, дороги на работу в час пик. Это mm -hmm. погода, курс доллара, гороскоп, новости, безусловно, там немножко шоу утреннего каких-то диалогов, звонков и так далее. Все этот пакет он получает и затем он переключается автоматически уже на другую информацию, на другие источники. И там уже просто, там у него есть выбор. Здесь он рулит и руки заняты, а там он в любом случае он работает и он может включить в себе все, что он хочет. И в этом случае он выбирает себе либо поток, то есть радиостанции сейчас не работают в одном потоке, можно работать сразу несколько потоков. Все зависит от того, какое у меня настроение. Я могу себе выбрать какой-то ритмичный темп музыки или, наоборот, мелодичный, или вообще релакс. Джаз, все зависит от того, какую музыку я люблю, но все это будет одна радиостанция. Вот. Поэтому все зависит от того, как я могу, как я хочу ее воспринимать, она уже будет такой, какой, какой она есть, потому что те, кто создает этот контент, сложно назвать, что это прямо радио, но вот они стараются упаковать это всем тем, что только возможно, то есть там и картинка, и текст, и звук, и тематический контент. Все Коммерческая есть. составляющая тоже вот меня как автомобилиста порой напрягает, если на то пошло. Почему? Ну рекламы очень много. Ну, я когда слышу рекламу на радио, я вздыхаю с облегчением, радио еще живо, и оно востребовано. <с потому <с что я бы не сказал, что это настолько много, как было раньше, потому что сейчас рекламодатель ушел э, в супермаркеты. Мы же заходим в супермаркет, мы слышим, что там из-под потолка это звучит. И рекламодатель считает, что э, это более точный удар в покупателя. И очень много рекламодателей ушли туда. Финальный вопрос. Угу. Студенты других вузов вашу идею каким-то образом подхватили быть. Может, хотят у себя тоже организовать радио? Но мы сотрудничаем со студентами. Вот, кроме мы... что сотрудничаем как журналисты. Я понимаю. Я в том смысле, что мы приглашаем. У нас работают работали ребята из политехнического у... у... университета и сельхоза. Мы их приглашаем прямо работать. А так последние приходили ребята из политеха, интересовались нашим опытом, говорили, что собираются открыть. Пока я не знаю. Чем в общем, это поздравляю вас и всех ваших коллег с праздником. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Игорь Скрягин, руководитель студенческой интернет-радиостанции ⁇ Планета Радио ⁇